годом, чтобы счастьем, здоровьем и успехом в новом году. Сегодня у нас пеленка на молнии безразмерная светлый лес. Это шапочка, юбка в форме юбки, как конус. Так, откладываем. Это у нас пеленочка. Так. На таком светлом фоне растут елки, правда, не новогодние, а в лесу живут всякие лесные звери. Медведи, еноты, барсуки и лисички. Здесь у нас хлястик с кнопочкой, расстегиваем молнию. Открываем. Ой, привет! Вот пеленка тебе. Ложим нашего ребеночка в пеленочку. Так. Оп. Надеваем шапочку. Оп. Для нашего ребенка великовато, поэтому мы ее завяжем на усилок. Опа! Смотрите, какой енотик смешной получился, или лисичка. Вот такой у нас получился лесной ребеночек. И головушкой крутит. Пока-пока. Если вам понравилось мое видео, пишите в комментарии. Пока-пока. Мы с Настечкой прощаемся.